Клоуна, ну, блядь. Они сейчас скажут: о, так мы же должны были с вами играть, типа. Вы пригласили, выкинули и... И все. Да, пускай докажут, что мы с ними договаривались. Ты что-то ему писал? Нет. Че я нехуй делать? Сейчас разъебут нас, Юрк, 5-1. Я вообще злой на тебя. Я? На меня? Почему? Потому что ты ходишь пешком. Три момента, блядь, реальных. Мне не отдал. А кто тебе создал момент, когда ты в штангу попал? А кто тебе пасы вообще отдавал? Но теперь, чтобы побороться за место в высшей лиге, придется играть на пределе возможностей. Пенальти. О, я бью. Уже не лагает, да? У меня не лагает. Это не борьба и не хоккей, господа. В футболе подобные вещи карают штрафным ударом. Ну, безусловно, это нарушение. И нечего спорить с арбитром. Абсолютно правильное решение принято. Я ткачёву вот. Вышли! Пиздец. Женя, не давайте вообще пенальти бить, он что-то гонит. Первый раз не забил. А что ты по центру ударил? Потому что я боялся, что промажу. О! Блин! А мне казалось, что в ворот. Совсем казалось. Слава Каладзе. Так, пацаны, не забываем, что мы играем в пас. Я так вижу, хорош бот, вообще красавчик. Бот вообще красавчик, еще раз повторяю. Смотри, мяч летит, он убегает вперед. Ну не Игорь, ёб твою мать. Ой, в смысле? Хорошо, что еще забивавший на нее откликнулся. Я лично не ожидал такого опасности. Ну что мы за эти 10 минут увидели? Стремились к победе обе команды. Стремились к тому, чтобы забить. И вот он первый в матче гол. Хороший шанс на удар. Свисток. Заебали фалить уже. Сейчас переключится. Головой на нас ударило. И лишь слегка задевает. Может быть, замахиваться-то было не так серьезно. Позиция-то была подходящая. Я вообще удивлен, что у него голова осталась на месте после этого удара. Здорово. Выбрал позицию. Блять, встаю 3 часа. Мать куда-то там вправо. Я не просил у него. Что? Правильно ли говорить, что футбольная атака захлебнулась, или это комментаторский штамп, но я думаю, что понятно. Что? Ну я тебя не слышу, блин! А до ворот недалеко, здесь обороняться, ой, трудно, ведь ударить могут любую секунду. Я в ахуе от этого вот.
Он просто стоит. Я о чем говорю тебе? Мяч в центральной зоне, перехват. Я тебе о чем, Кость? Серьезно? Юрка, такая херня. Ну, у меня не было такой херни, не знаю. Не знаю. Тупо стал. Спасибо, нахуй, уже мне не нужен этот мяч. Думал, ты уйдешь. В сторону? Ну, это же не 14. А там он и бьет потом уже не поворотом, а вдоль. Ого, никого. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Опасно! Могу повести побольше. Разговоров нет, но что случилось, то уже случилось. Сейчас. Отлично выбрал позицию, совершил перехват. Я что просил? Вот такой грустный для атакующих конец. Но ведь не конец игры, конец всего лишь атаки. Валь, сделай тише, блядь. Ни хрена не слышу твои китайские, блядь, сериалы. Корейские, похую. Ну, головой он играет хорошо, кто бы в этом сомневался. Хорошо, я не, не знаю. Конечно, вратарь должен выйти и забрать этот мяч. И, наверное, будет кросс сейчас, то есть поперечная передача. Пипец. Браво! На бис, блядь. Все, кто там был. Давайте посмотрим еще один повтор этого замечательного гола. Ну что ж, что так сильно в этой ситуации. Властелином просто своих владений себя показал. Нельзя было оставаться на месте. Нельзя. И думаю, что свистком в этой ситуации дело не ограничится. Пошла борьба. Ловкость игры — непременная составляющая футбольного матча. Этот перехват — награда за его старания. Пипец. Нормально. Посмотреть на судью, потому что свисток свистком, а вот полностью его вердикт мы пока не знаем. Это че? Валь, убери ноутбук. Все пойдет так же, то вероятнее всего мы получим разгром. Причем разгром запланирован. Юр, ну ты так говоришь, как будто ты этого не ожидал. Будь здорово. Сказал, что эта команда в десятки раз мощнее, чем вот эта. Начало, но только все же не совсем.
Пипец. Пипец. Дебил. Я подкат делал. А что ты делал, Юр? Подкат. Думал, там со мной бежит олень какой-то. Я в охуевании просто сегодня от тебя. А что я могу сделать? Ты ж мне игрок сам пробегает мимо. Пенальти тоже сам пациент пробьет. Это удар от ворот. Ты тоже вчера пациент пробил. Я знал, куда я бью и как. Я ж забил. Ну, хотя претензий никаких. Забил, пофиг, как забил. Ну и забил, я не забил, пенальти, чё, это чё такой слишком важный матч? Я вообще на этот матч насрать полностью. Ну понятно, чё ты не играешь тогда. Так всегда происходит. Если тебе насрать на какой-то матч, мы не выигрываем уже, всё однозначно. Хорош. Да, стоять. Да блин, я хочу за мячом. Подкинул. Ну. До свидания. Что у нас бот с номером один бичит ехать? Это этот призрак Андрея, да. Лучший, блядь. Лучший но... защитник. Ну. А вот Дебил. Я охренею. Выходит один на один, он свистит. Поцело. Вау! Можно отдохнуть. Какой пас. Пипец. А штрафной? Ну зачем? Он лучше свистнет, блядь, когда один на один будет. Выход. Это не пас, пипец. Это не куда-то, это из своей штрафной. Ух, ёп! Я такого не ждал. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. И в таких случаях трибуны всегда взрываются аплодисментами. Пипец. Чиз-чиз. Пиздец, удар еще. Хоть мяч, хоть пас дал нормально. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. Это еще хорошо, что не случился обрез.
3 было. Давно уже мы забыли, как забивают голы. Помним только счет, он давно не меняется. Очень уверенно забирает мяч вратарь. Не знаю, что это, блядь, было. Пас был обычный. Ну, обычный, да. Да думаю, ёп! Там нужен был бы делать этот, на ход. О! Ну! Что, так задумано, блядь? Бля. По количеству ударов они соперников превзошли. А что-то не попадает. Ударов больше всего, больше. Я прошу, блин. Я не просил. Да в центр. Спасибо, блядь. Да куда мне деться, блин? Я уже сам встал. Из-за боковой линии футболисты водят мяч в игру. Здорово. Выбрал позицию, прочитал. Передачу совершил, перехват. Правильно вступил в борьбу. Давай, блядь, мне штрафы. На ком? Хрен его знает, там, блядь, все валялись. На мне, наверное. Раз тебя показывают, значит. Значит, что? Тебе. А стенки по шажочку все двигаются вперед. Наверное, далеко, да, было? Казалось, что прилетит. Бля. Голова. Абрикос. Да нет. Фундук. Спасибо. А тут доп времени есть? Видишь, я ушел в сторону, нормально. А там не тот момент был. И все-таки они сравняли счет этим голом. И как, наверное, им сейчас хотелось бы еще несколько минут. Опять на последней минуте. Тот, кто не смотрел, пожалеет. Счет 2-2 окончательный. Мы тогда два вхуящили. Ну что ж. Вы видите, матч состоится в любую погоду. Это правило одно из главных в футболе. И сегодня порошение игра. Они пишут, тупая порошение игра. Карета это, судья гонит. Судья точно гонит. Выходит один на один, сместит в центре поля на нарушение. Ладно, шо, вы играть будете еще? Че, Юрка, хочешь отомстить мне? Мою просто не...